Всем привет! В новом выпуске Ростова культурного. Выставка в музее «Зона Дмитровской» к столетию художника Германа Михайлова и сдача спектакля «Остров сокровищ» в Шахтинском драмтеатре. Ну а пока афиша культурных событий. Смотрим! В Шолохов-центре открылась новая выставка «Муранова. Дом поэтов» из фондов музея-заповедника «Усадьба Муранова» имени Тютчева Московской области. В экспозиции мемориальные вещи, живопись, фотографии и документы. Световое шоу и оригинальная хореография на сцене музыкального театра, мюзикл «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» 13 марта, а 15 марта – балет «Жизель», где в афишной партии приглашена артистка из кремлевского балета Олеся Росланова. До конца марта в музее и зона Дмитровской работает выставка к столетию донского художника Германа Михайлова. 30 лет он посвятил преподаванию в училище Грекова, а параллельно занимался живописными экспериментами. Пластическая история любви на малой сцене молодежного театра 12 марта «Кармен», а 14 марта спектакль по Островскому на современный манер «На всякого мудреца довольно простоты». Человек своего времени, но на все времена. К столетию художника Германа Михайлова в музее «Зона Дмитровской» открыта юбилейная выставка. Его работы из семейного собрания выставляются впервые. Галина Белоусова побывала на открытии экспозиции. Я остановился у этих работ, потому что это работа его эскиза к дипломной работе. Это настоящая лаборатория академика Павлова. Это рядом с академией она находится в университете Ленинградском тогда еще. И вот он ходил туда, делал наброски вот, работников, научных сотрудников. Ему уже много, сколько? 80, немного меньше 80 лет этим рисунком. Вся жизнь и творческие поиски Германа Михайлова в этих набросках, эскизах, картинах. Многие свои работы он уничтожал, потом писал снова и снова, стремясь к совершенству. Его любимый художник Фернан Леже, а еще занимаясь в Ленинградской детской художественной школе, он бывал в мастерской Павла Филонова. В блокадном городе работал на военном заводе и рисовал. Для меня это человек своего времени, но на все времена. Он в любые времена был художником. Вот я подчеркиваю, что его чувство тона, его благороднейшее понимание композиции, его точнейший рисунок – это бесконечные вымарывания акварели. Здесь акварель равнозначно маслу. Вот, например, никогда не догадаешься, что вот этот с подсвечником центральный натюрморт из собрания семьи сделан акварелью. И вот эта выставка как раз демонстрирует, насколько был разноплановый художник. Герман Павлович 34 года проработал в Ростовском художественном училище. И так на вскидку около 8 выпусков, более, наверное, 100 учеников, часть из которых пришли почтить память своего учителя. В Ростов Герман Михайлов приехал сразу после Репинского института в 1950-м. И здесь среди его учеников в Грековском живописцы, графики, реставраторы, эмальеры, искусствоведы. Я выпускалась в 1979 году, и Герман Павлович был моим дипломным руководителем. Он был моим учителем. И я просто горжусь, понимаете? Вот от всего сердца я горжусь тем, что он мой учитель. Вот представьте себе, группа 14 человек, из них 5 человек – члены Союза художников. Один из них – заслуженный художник России. Он всегда говорил: работайте от детали, от частного к общему, от общего к частному, всегда возвращайтесь. Я как-то на меня говорил: ты работаешь над выявлением каких-то случайных деталей, а работай цельнее. И вот он очень цельный художник. Герман Михайлов, совершенно незнакомый для нас художник, в свой вековой юбилей стал открытием, в том числе для своих учеников. Выставка к столетию со дня рождения мастера будет работать до 31 марта.
Пираты, сражения, золото, черный флаг, отважные герои. Все это в спектакле Шахтинского драматического театра «Остров сокровищ». На премьеру всех ждут 24 марта, но мы уже побывали на сдаче постановки и познакомились с морскими разбойниками и романтическими героями. На шхуне «Испаньола» отправимся по следам капитана Флинта. Сюжет романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» о приключениях, морских пиратах, опасностях и поиске клада давно известен. Но каждая новая театральная постановка вызывает зрительский интерес. Понимаете, материал просто очень благодарный. О нем мечтают, наверное, все. Не зря он поставлен и во многих театрах, и кино. Столько версий на сегодняшний день существует, что уже можно даже сбиться со счета. Очень интересный материал. Наверное, он будет интересен нашему зрителю, мальчишкам нашим тоже будет интересен. Ну, а капитан, ну, сами посудите, это же самое интересное, что может быть, самое главное. Достаточно долгая подготовка была, но долго в силу разных причин. Вот. Но основной, как бы самый горячий период репетиции, это занял у нас месяц. А подготовка она шла, ну, будем так говорить, с сентября прошлого года. Там чуть-чуть работа с автором музыки, с композитором, ну и так далее, так далее. То есть подготовительный этап достаточно продолжительный. Будем с интересом следить за развитием этого рискованного морского путешествия. Хотя это только сдача спектакля и, может, что-то изменит в постановке. Но ясно, что герои найдут то, ради чего ввязались в эту авантюру с поиском сокровищ. Ну, сложнее всего работать именно сдачу, потому что ты работаешь на коллег, профессионалов, людей профессиональных, которые видят какие-то твои ошибки, какие-то твои недочеты. Вот. А дети, вообще зритель, сам по себе зритель, неважно, дети, любой зритель, он более благодарный. Театралы, не забудьте сделать пометку в календаре. На премьеру спектакля «Остров сокровищ» всех ждут 24 марта. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю. Смотрите нашу программу на сайте 1ростов.тв. С вами была Юлия Сурикова. До встречи!